Всем привет! Мы сейчас будем играть в Майнкрафт. Смотрите. Короче, ребятки, я сейчас вам в этом видео покажу, как приручить пчелок и как с них собирать мед. Если вы не знаете, как собирать с них мед, то я вам сейчас в этом видео покажу. Кстати, ребятки, если вы хотите приручите этих лошадок, то ничего. Если хотите это видео, как приручить лошадок в Майнкрафте, можно это видео посмотреть в другом канале или у меня будет в подсказке справа. Это видео будет отображаться. Оно находится вот тут. Эта подсказка находится в правом верхнем углу. Вот, видите, она там находится. Вот, короче, сейчас она появится. И пока она там готовится появляться, я вам сейчас покажу, как приручать этих пчелок. Вот, для начала сажайте вот такие цветочки. Ставите... И этот улей, и этот улей. Можете один. Знаете, чем отличаются эти улья? Это домашний, а этот дикий. Это дикий, а этот домашний. Вот, создаем пчелок. Вот, они только что собирают нектар с цветов. Пожалуйста, не ленитесь. Ставьте цветов побольше, пожалуйста. Нет, не этот дикий улей. Вообще не этот. Я сейчас поставлю другой дикий улей. Вот этот выберу из инвентаря. Вот, смотрите, все начали работать. Все пчелки зашли в улей. Так, сейчас, ребятки, я вот сюда вот поднимусь. И я вам покажу, как добыть мед. Вот так вот они, значит, собирают нектар, лазят там в домики ули, делают там мед. Это вы их, значит, что приучили. А добыть мед можно вот таким способом. Если вот в диком улье или в домашнем улье будет такие оранжевые пиксели, то можно из них собрать вот так вот мед. Просто жмите на эти улья этой бутылочкой, и у вас появляется много меда. Вот он, я собрал штучек 8. Почему 8? Потому что у меня там еще было, я собрал такие лишние. Там у меня и получилось 8. Так, ну-ка, как там наши пчелки? Я проходик-то не закрыл. Вот, видите, я в этом здании живу, потому что это мое жилье. Ну, как там наши пчелки? Все еще трудятся. Кстати, знаете, как скрафтить домашний улей? Потому что дикий улей скрафтить нельзя. Я вам покажу, как скрафтить домашний. Берите всего-то. Ну, этот улей крафтится в верстаке. Так. Этот улей крафтится в верстаке. Так. Просто ставьте вот так вот доски. И вот тут вы заполняете часть вот этими медовыми сотами.
И вот получается этот улей. Так, и сейчас я вам потом покажу, как скрафтить эти блоки. Я вам покажу, как скрафтить блок меда, блок медовых сот и бутыль с медом. Вот. Всего-то кладите этот блок сюда. И вот так вот заполняете часть этими бутыльками. Вот получаете вы 4 бутылька с медом. А если эти бутыльки с медом заполнить их вот такими? И если эти бутыльки мед заполнить вот так, то получится блок меда. Кстати, из этого бутылька можно сахар сделать еще. Еще можно сахар сделать. И сахарного тростника. Только один сахар получится. А из этого бутылька с медом получится 3 целых. А из медовых сот можно скрафтить блок медовых сот. Кстати, эти блоки медового сота находятся внутри там. В ульях. Так, они там что-то сделали, успели сделать? Нет. Вот, блок медовых сот и блок меда. Кстати, вот мне, кстати, и интересен этот блок меда тем, что с помощью них можно замедлять падение игрока или жителя. Ну, падение всех сущностей. Ну-ка, они там что-то успели сделать? Пока еще нет. Вот, смотрите. Думаете, что в Майнкрафте с такой высоты, если упасть, то вы разобьетесь? Если думаете, что да, разобьетесь, то используйте блок меда или лестницу. Блок меда это то же самое, как и лестница. Вот, смотрите. Все, я слез с этого меда. Но подняться, к сожалению, нельзя. С помощью этих блоков меда можно только замедлять падение, спасти жизнь игрока. Вот, ну и все, ребятки, нам придется с вами заканчивать. Вот такое вот я Майнкрафт приручение этих пчел вам показал. Если понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылочки под эту игру будут в описании. Но я там уже оставлю в описании, ничего не ставлю в описании. Но в описании я... Вообще ничего не перестал ставить, а то такое дело, можно творить такое. Вот, ну и все, всем удачи и всем пока.